Будут книги о вере нужнее и важнее, чем поэтов безбожных кривляния. Пишут глупости все о жене, на себя указуя. Вот, гляньте, при страданиях своих столько стону, столько скорби вселенской напустят. Так и видишь, в постели утонут, и за каждой строгою так пусто. Пишут все, как один к одному, заковыристи и потуманнее. Только видишь, увы, с пузырями ко дну, их и жизнь в могилу так тянет. То дуэль, то лихой самострел, с пустотою такой Есенин. Смотришь, лучший Высоцкий бесовский сгорел, вспыхнул, словно навильник из сена. И никто, и нигде не вопит о беде, что остались в аду добровольно. Нужно всем попоститься в молитве, побдеть. Отчего ж неприятности столько? От того, что не небо, а землю избрали, Слово Божие Библию вовсе забыли. Наступаем на те же российские грабли, а Писание Божье засыпано пылью. Русь, Россия, нагая в своей слепоте, ты беднее вчерашних своих голодранцев. Чтоб исправить беду, умудрись попотеть. Покаяние должно быть у белых и красных. Наворочили горы из трупов по-свойски, блудодействием и ложью с экрана залило. От былого богатства мышиный лишь хвостик, и куда ни шагни, окаянство и гибель. Только в Библии вечный сакральный ответ, примирение с Иисусом, голгофской жертвой. И тогда будешь истинно здрав и одет, беснование закончится, свет не померкнет. 24 мая 2008 года.